Завершился второй профессиональный женский турнир «Moscow Cup». В финале одиночных соревнований сошлись Юлия Калабина из Перми и 17-летняя Арина Родионова, представляющая Тамбов. Первый сет остался за пермячкой, которая на год моложе своей соперницы. В дальнейшем доминировала уже более опытная Родионова. Одержав верх в двух оставшихся партиях 6-2-6-1, победительницей финального противостояния стала теннисистка из Тамбова. Она же в дуэте с Анастасией Полторацкой праздновала успех и в парных соревнованиях. Победа была тяжело. Я хочу сказать, поздравляю мою соперницу, потому что она очень хорошо сегодня играла и, наверное, она устала, потому что она прошла через квал, то есть плюс два лишних матча, то есть она молодец. Во-вторых, хочу поблагодарить своих родителей и мою сестру, которые сделали все возможное, чтобы я участвовала на этом турнире, мой папа, мой тренер. В общем, я очень рада, что я выиграла, мне очень понравилось играть, надеюсь, сюда еще вернуться.